Баку 40-х – это было время, когда столица Азербайджана по праву считалась нефтяным центром мира. Уровень добычи черного золота достиг рекордных 23,5 миллионов тонн в год. Некоторые историки даже выдвигают точку зрения, что основной целью фашистской Германии был захват именно этой территории. О таких моментах расскажет в своей книге Хаял Исмаилов «Документальная правда с самого страшного времени». Мы хотели, чтобы наши горожане знали о том, что азербайджанцы немалую роль внесли в великую победу, да? Рассказать об этих событиях, потому что это не простая победа была великого советского народа, и азербайджанцы в ней принимали активное участие. Презентация книги прошла онлайн, причем сразу на трех интернет-площадках. В одной только социальной сети ВКонтакте было около 1000 просмотров. Довольно приличная цифра, учитывая, что еще несколько дней назад выпуск самого издания стоял под большим вопросом. Коронавирус, конечно же, внес коррективы в планы автора, но самой главной задачей Хаяла Исмаилова помешать не смог. Каждый из ветеранов, проживающих в Когалыме, получит эту книгу. Многие факты, которые отображены в издании, автор подчерпнул от своего деда, участника Великой Отечественной войны Гурбан Али Гасанова. Баку был, значит, заминирован полностью на тот случай, если вдруг, значит, враг будет уже у границ Баку, чтобы это все взорвать, да, чтобы никому это не досталось. И вот такие вот моменты мы бы хотели сегодня вспомнить и рассказать о них. Презентация книги «Роль бакинской нефти в годы Великой Отечественной войны» – далеко не локальное мероприятие. Помимо когалымчан, к эфиру подключились видные ученые и деятели Москвы и Баку. Если на Кавказе старший человек говорит тебе хвалебные слова, значит, ты по-настоящему этого достоин. Я вам скажу, что я горжусь этим человеком. Я с большой симпатией всегда смотрю за тем происходящим. Также в планах автора передать часть книги в местные библиотеки и образовательные учреждения на безвозмездной основе. Ведь забывать о страшных событиях тех времен нельзя, как и имена настоящих героев. С праздником! Денис Хисматуллин, Алексей Николаев. Специально для новостей.